Я постараюсь лапидарно поведать о лапидарных надписях, потому как... Можно следующий слайд. Здесь показаны две, в общем-то, по сути, общеизвестные, найденные в конце 18 века древнерусских надписи на камне. И они, в общем-то, по сути, до недавнего времени считались единственными надписями, сделанными по-древнерусски на камне в XI веке. Ну, X века, понятно, и в помине нет. Это, можно, следующий слайд. Надпись на Тмутараканском камне, хорошо известная. Даже нечего комментировать, датирующаяся 1078-1079 годами. И следующий слайд. Надпись на кресте из села Преградное в Ставропольском крае, которая сохранилась очень плохо, потому что была вот в конце 18 века крест благополучно, если я правильно понимаю, стоял в этом селе или рядом с селом, но потом был разбит для перевозки, и как раз самые ценные части надписи, где вроде как читалось что-то русский и какое-то имя, были утрачены, и я пока не добрался до этого креста, но он в Ставропольском музее хранится, в краеведческом. Но по некоторым буквам можно уверенно сказать, что это действительно XI век. Якобы в начале XIX века там читалась дата вроде бы 1040-х годов, но это все, к сожалению, подтвердить невозможно. Кроме этих двух надписей, можно привлечь знаменитую руническую надпись с острова Березань, которая тоже датируется XI веком, согласно Елене Александровне, это вторая половина XI века, или вот даже конец XI века. Можно следующий слайд. Надпись была, камень был этот обнаружен во время раскопок в 1905 году и был вторично использован на... при захоронении, а изначально, видимо, стоял наверху могильного холма, потому что об этом нам надпись на нем и говорит. И Грани сделал этот холм по Карлу своему сотоварищу, и здесь, собственно, употребляется то самое слово, о котором Галина Васильевна говорила в предыдущем докладе. Он именует Карла своим фелаги, то есть с членом того самого сообщества, которое совместно участвовало в каком-то предприятии. Ну, я бы хотел сказать, можно следующий слайд, пожалуйста, об еще одной надписи, которую, как я абсолютно уверен, следует датировать XI веком. И это единственная надпись, лапидарная надпись XI века, происходящая, собственно, с территории Древней Руси, потому что вот все эти три надписи найдены в довольно экзотических местах. Хоть Мутарака не была короткое время русским княжеством, но, тем не менее, восточнославянской территории это не назовешь. Можно следующий слайд. Это вот здесь показан бассейн реки Мсты. К сожалению, карта довольно... Ну, здесь вот можно отметить известные пункты. Вышний Волочок, Валдай. Сюда, в эту сторону будет Новгород, туда дальше Москва. Так вот, надпись была найдена, крест был найден стоящим в деревянной часовне на высоком берегу реки Мсты, рядышком с малюсенькой деревней по имени Воймерице, рядом с Любытиным. Любытино знаменито тем, что недавно там было найдено рядом с Любытиным городище середины X века, возможно, связанное с деятельностью княгини Ольги. И эти места, как раз округа Воймерицы и Любытино, очень богаты курганами, сопками, жальниками, селищами древнерусскими. В общем, активно была заселена со второй половины первого тысячелетия нашей эры. Можно следующий кадр. В
1878 году в императорскую археологическую комиссию при посредстве губернатора новгородского местный земский начальник отправил вот такой вот рисунок со своим описанием, рассказав о том, что, собственно, в часовне стоят три креста, и на одном из них, вот на самом большом, такая вот замечательная надпись. На верхнем рисунке крест пересечен полосой. Это, собственно, пол часовни. Вот, видимо, он разбирал пол часовни, чтобы сделать эту зарисовку. А внизу написана каменная плита. То есть тут стояла такая деревянная часовня, о которой местные жители, когда потом туда приехали исследователи, говорили, что дед моего деда помнил эту часовню на том самом месте. Можно следующий слайд. Так вот, Шляпкин, приехавший в Воймерицы через год, в 1898 году, сфотографировал крест вот таким образом и изготовил прорезь, которая публиковалась. Фотография эта была опубликована буквально 2 года назад и лежала в фондах императорской археологической комиссии, то есть в Институте истории и материальной культуры в Санкт-Петербурге. И вот здесь видно эту самую часовню. Для того, чтобы извлечь крест очень массивной длиной, он примерно, наверное, больше 2 метров в полную длину, потому что та часть, которая сейчас возвышается над землей, а крест стоит в Новгородском музее, как мы сейчас вскоре увидим, она высотой с человека, эта часть креста. Я долго думал, что здесь ретушь поверх фотографии, но, тем не менее, это была ошибка. Здесь просто какими-то чернилами или черной краской перед фотографированием надпись была специально выделена, чтобы лучше выделяться. Так что, в общем-то, историческим документом эта фотография является. Можно следующий слайд. В 60-е годы 20 века крест был перевезен в Новгород и около 10 лет пролежал на полу Софийского собора. Вот это фиксация этого момента. И можно следующий слайд. Вот сейчас вот таким образом крест установлен в музее, в основной экспозиции в Кремле новгородском. И любой может его лицезреть. Ну, давайте перейдем уже к надписи. Следующий слайд. Вот здесь она сфотографирована ближе. Мы вместе с Алексеем Алексеевичем фотографировали крест в прошлом году. И можно следующий слайд сразу. Вот прорезь. Здесь следует отметить, что надпись довольно хорошо сохранилась, кроме нескольких небольших участков. Вот скол в правом нижнем углу почти ничего не уничтожил, а вот то, что здесь обозначено серым слева вверху, это такая странная затертость. И крест, если вернуть назад, налево нажать, то вы увидите, что там немножко белесым выглядит крест, хотя весь остальной, вся остальная поверхность совершенно одинакового серенького цвета. Так вот, ничего не остается, как предположить, что в этом месте крест целовали, и он из-за этого истерся. Но, тем не менее, текст восстанавливается полностью. Богуславу и Лазареве, братья и мать Мирослава поставили хрест. То есть Мирослава – это имя матери. Славоне делали. Новгородское окончание «е». То есть Славон делал. Я не буду останавливаться на подробностях, но в первую очередь здесь можно даже и не говорить, что формула этой надписи абсолютно скандинавская. Она фиксируется в тысячах рунических камней X-XII веков. И никаких других примеров на Руси использования такой формулы нет. То есть такой-то и такой-то поставили обычно камень, ну, здесь крест, по такому-то своему родственнику, может быть, уточнение по кому. И руны вырезал Эпер, предположим. Вот точно так же здесь Славоне делали. Почему надпись датируется XI веком? Здесь вот можно перейти уже, наверное, к следующему слайду. Нет, даже к следующему. И, пожалуй, к следующему. Во-первых, чрезвычайно архаичная форма буквы «А».
которую мы видим в Эймерицком кресте, вообще не фиксируется в берестяных грамотах. А берестяные грамоты – это массовый источник, если начинать, и массовый источник с конца XI века. То есть в третьей четверти XI века уже их много, а до того очень мало. И вот ни в одной берестяной грамоте мы букву «А» с вертикальной спинкой и довольно высоко поднятым, поднятой петлей не находим. Ну вот вы видите, какие аналогии здесь можно найти. Очень небольшое количество граффити, очевидно, не позже середины XI века. Ну и все остальные надписи относятся тоже к концу X, первой половине, середине XI века. Можно следующий слайд. Буква «В» также имеет очень характерное начертание с несмыкающимися петлями. И вот тоже ранние аналогии, и тоже такой начерк отсутствует в берестяной письменности. Ну и, наконец, самое интересное. Вот если обратить внимание на несколько конкретных букв, так, о чем мне пойдет? Я, к сожалению, план доклада не распечатал. Можно следующий слайд, чтобы я понял, о чем пойдет речь? Ага, тогда давайте вернем обратно и предыдущее. И обратим внимание на несколько букв. Вот буква «У» и буква «Х» в этой надписи. «У» мы видим дважды в первой строке. Первая плохо сохранилась из-за зацелованной части. А буква «Х» в третьей строке в конце, в слове «хрест», имеют чрезвычайно оригинальный хвостик справа. Таких хвостиков мы, в общем, почти не находим, но сейчас я покажу, где он обретается. Нет, пока я сразу на несколько букв обращу внимание. Этот хвостик, в принципе, можно даже считать ошибкой, потому что часто на кончиках букв делаются засечки, но этот хвостик следует интерпретировать как засечку на засечке, что является, грубо говоря, ошибкой. То есть буква «У» воспринималась резчиком этой надписи, имеющая вот такую вот горизонталь справа, что не совсем правомерно. Во-вторых, интересной чертой этой надписи является в последней строке буква «Д» и буква «Ять». Вот сразу две черты здесь рядом, чрезвычайно оригинальные. У буквы «Д» довольно часто в ранних надписях мы имеем продленную вверх правую спинку. Здесь же спинка продлена вверх, наоборот, левая. Что встречается, в принципе, в некоторых надписях, но довольно редко. И, наконец, у «Ять» мы видим, даже не знаю, как назвать эту деталь, нижнюю часть петли, которая уходит сильно левее мачты, что тоже встречается, но тоже довольно редко. Так вот, все эти черты мы находим в одном конкретном тексте, который вот как раз следующим слайдом и является. Это новгородская псалтырь на воске, найденная в 2000 году на Троицком раскопе и датирующаяся первой четвертью XI века. Можно следующий слайд. Вот конкретно начерки разных букв, собранные Андреем Анатольевичем в публикации начала 2000-х годов, не помню точно какой год. Здесь мы видим букву «Д» с характерной продленной вверх левой спинкой, если это можно назвать спинкой, то же самое у буквы «Л». «Ять» с петлей, уходящей левее мачты. И, наконец, вот эти вот фантастические буквы «У» и буквы «Х». Можно дать следующий слайд. Еще раз, следующий. Вот это мной перерисовано с той прорисовки Андрея Анатольевича из Новгородской псалтыри варианты и из Своймирицкого креста. И следующий слайд. Вот приближенная фотография
в городской псалтыре, где отмечены те буквы, о которых я сейчас говорил. Можно переходить дальше. И еще раз дальше. Да, странно. Я думал, там будет еще пара слайдов. Прошу прощения. Ну и, собственно, вывод. Вот эти вот последние особенности, о которых я сказал, заставляют датировать надпись не просто 11 веком с предпочтением первой половины, но и позволяют утверждать, что этот словон, который вырезал оригинальную надпись в скандинавском стиле, которая является единственной лапидарной надписью на территории Восточной Европы, вероятно, сидел за одной партой в Новгороде с песцом новгородской псалтыри на воске, найденной так недавно. Итак, вот, конкретно датируется 30-е годы? Да? Ну, можно... я считаю, что можно точно утверждать, что эта надпись датируется первой половины XI века, не раньше, потому что здесь есть христианское имя Лазарь, и не позже, потому что... ну, иначе просто мы бы не видели вот этих вот ярких параллелей с новгородской псалтырью. А когда конкретно внутри этого периода, уже я бы не стал точно утверждать, хотя, может быть, некоторое предпочтение 10-30-м годам можно отдать. Странное имя Славон, оно попадало? Имя Славон есть у западных славян, если я не ошибаюсь, у Морошкина в лексиконе встречается. Андрей Анатольевич сопоставил имя Славон с именами Тихон и еще каким-то из берестяных грамот, то есть какой-то обычный глагольный... Нет, техон через ять. Глагольный корень и суффиксон. И есть еще зафиксированные в топонимике и в других славянских, западнославянских и южнославянских именах имена Мстон, Видон и Витон. Так что некоторый ряд тут прослеживается. Ну, есть и другая, более экзотическая гипотеза происхождения этого имени, но, тем не менее, оно явно славянское. Но вот вы говорили относительно скандинавской такой прототипа. Это все возможно и интересно, но фигуранты это все... Может, про Лазаря сложно, если имя христианское, но Богослав, Славон, как бы... Мирослава. Вот я считаю, что этим этот памятник и замечателен. Если бы мы здесь видели сплошь скандинавские имена, то на это бы давно уже обратили внимание. А, на то и есть наше нынешнее собрание, чтобы как-то находить параллели между Древней Русью и германским миром. Такой, вот вы демонстрировали камень из Березани, и я, правда, не очень понял, зачем, какой метод, зачем термические надписи к этим славянским, но, ну, ладно, Березани, а вот интересно, а вы не сравнивали там начертания, еще что-то, этих надписей с известными болгарскими, древнеболгарскими надписями, кириллицы? Они как раз вот после 10-го, там, 4-го, 11-го века, и есть ли там какие-то сходства или различия? Спасибо. Да, конечно, сравнивал. Ну вот буква А и буква В, о которых я говорил, фиксируются в болгарских, но они фиксируются в болгарских надписях и 10-го, и 11-го, и 12-го, и 13-го века и дальше. Тут датировки, дело в том, что датировки почерков, они все-таки не на весь славянский мир распространяются, и здесь нам эти буквы мало что говорят. Так что, ну... Многие черты этих почерков были и в Болгарии, но единственная живая и работающая параллель – это новгородская псалтырь. То есть параллель по совокупности черт?
А, кстати говоря, и В то же самое имеет параллели в новгородском псалтире? Ну, ну, они уже не различаются, но относятся к действительно там, где, вот, к одной группе. А, в общем, тоже... Ну, а, нет, немножко другое, а В я согласен. Наклонное. Да. Но в... А другое. А вот В действительно похоже тем, что верхняя часть треугольная, а нижняя округлая. Но различия тоже есть. Но вот эта совокупность черт, это что? Это чертание двух букв У и Х или что-то еще? У, Х, Д и Ять. А, Д и Ять. И вот так, такой совокупности, например, в древнеболгарских надписях нет? Нет, конечно, нет. Там вообще нету таких У и Х нигде. Ну, из того материала, который мне был доступен, мне не удалось извлечь таких примеров.